Да, я сегодня мы полетала, но, как видишь, погода нелетная. Что? Нет, я не боюсь. Нет-нет, я? Нет. Ну, мне самому жалко. В смысле? Ты все равно у меня полетаешь. В данной трубе создается поток, абсолютно похожий на поток, который в воздухе. И поэтому здесь тренируются спортсмены-парашютисты и люди, те, кто просто любит летать. Также приезжают те, кто боится прыгнуть с парашютом, или те, кто еще не дорос и не может пока прыгать. Там очень страшно. Там вообще абсолютно не страшно, абсолютно безопасно. За твоим полетом будет следить инструктор, поэтому с тобой ничего не случится. Ты получишь массу удовольствия, прокатишься, и у тебя весь день будет полностью заряжен эмоциями. Почему, когда человек стоит, то его не подбрасывает, а когда он лежит, то он летает? Потому что площадь, когда они лежат, у них получается больше. А когда стоят, разумеется, площадь меньше, поток обтекает, и человека не поднимает воздух. Так здорово! Я так улыбалась, что вот все пересохло. Говорить не могу. Еще сюда приду. С парашютом прыгать не буду. А может и буду. А может и не буду. Не знаю.